Вот вторая медсанчасть. В палатах места нету. Больные лежат вот так в коридорах. Свободных кроватей тоже нету. Больных принимают и садят на стулья. Тут осталось два свободных стула. Вот это как-то так. И вот так весь коридор. Люди вообще подписанные лежат на руке. Просто вообще маркером подписано и все. Вот она, наша действительность.